Басова или нет. Вроде как связь с сыном Бондаря так не установили. Я больше не пытался. Дело в том, что я несколько раз позвонил, телефон молчит. Так. Вот. Ну, сами понимаете. Вот. А я писал, мне надо было как? Мне долбили как? Значит, вот, вы заметили, я не халтурщик, я бы это, если бы у меня был бы мошенником, у меня особая роль на этом свете. Понимаете, мне всю жизнь приходилось бороться с собственной совестью. Ну, поверьте, я могу спокойно, я вон вишневый кочек, я могу продавать как черешню, вы же мне все равно никто за руку не поймает. Часть не взойдет больше, это понятно, они плохо всходят. Вот. Кто дойдет до плодоношения через там 5-6-7 лет, он уже, меня уже на свете не будет. Вот. Но понимаете, как получилось? Я хотел все-таки это... Написал, есть же у меня электронный адрес. Но не отвечает, не отвечает. А дальше как-то и неудобно. Вот. А что касается, как быть все время воевать с собственной совестью, ну, были бы на моем месте. Представляете, мне когда-то я понял, что у меня нет этих самых, больше авторитетов. Мне не на кого брать это самое. Значит, я всегда это самое уважал полководцев, допустим, наших. Это же всю жизнь жизнью рисковать, под полями ходить. А потом один из них это самое уничтожил польское восстание. За что его любить? Вот. Что я тебе забыл-то в Польше? Другое венгерское восстание, а третий, значит, оказывается, такой блюдун был, а мы его превозносим как идеал, а четвертый это. И вот так вот про каждого. Наступил момент, когда я понял, мне не с кого пример брать. С Ленина брать, он сделал это самое, дал команду расстреливать священников. Ну, что тебе священники-то сделали? Террор для чего? Только запугать, чтобы люди это видели, что если у священников, это люди фактически небожители, они неприкосновенны. Священника нельзя убивать. Вообще, не то, что убивать, его нельзя на него руку поднять. Вот. Это священник. Это связь с небом. Если ты, этот самый Владимир Ильич, потом, которого я боготворил, даешь команду расстрелять священников, они ему ничего не сделали. Просто чтобы люди знали, если уж священников, то вы все дерьмо, и вы это самое, им молчите, потому что это. Вы все голодные, их все хотят взять в руки оружие. Отсюда и выборочный расстрел, чтобы остальные заткнулись. Я не нашел ни одного авторитета. И вот сейчас я ни одного не знаю. С кого бы пример взять? Кто для меня служит идеалом? Правильно я сказал, я сам буду таким. Нет, я не получается. Я уже думаю, может быть, когда-то в святые попаду. Нет, я дамский угодник. Извините, не получается. Вот. Но зато никогда не это самое, не выдам вишневые косточки за черешневые. Хотя я мог бы заработать на этом, знаете сколько? Учитывая количество косточек. 50 или 100 тысяч, которые мне вот так нужны. Сколько месяцев я говорю, нет ни одной черешневой косточки. Ну, а раз уж не отозвался этот самый Боднер, ну, не отозвался. Ну, что это? Я имею в виду сын нашего великого садовода. Вот. Так, теперь что-то еще появилось, пока мы разглагольствовал, пока я. Так. Иван у Галины Латинковой заказал саженцы, сегодня отправила. Так что дело продолжается. Спасибо ей. Да, ей спасибо. Это надо. Я же вам показывал, видели фотографии с его сада? Я горжусь только одним. Он работал с моими. Он мне поверил. Он мне железу поверил. И я его не обманул. Видели, какие фотографии? Вот. Так, Таисия пишет. Что пишет, посмотрим. Подождем. Теперь можно не спешить. Обычно мы делаем 2 часа там, час тут. Тогда у нас еще 2 минуты. Наше время еще не истекло. Я стараюсь придерживаться этого графика, потому что раньше мы по 3-4 часа, 4 даже было не хватало. А потом меня начали ворчать. Мы не можем физически досмотреть. Да и сейчас как можем? Одни начинают, смотрят пол вебинара, уходят. Появляются другие, еще пол вебинара. Потом смотришь. Вон, участников 47, а только заканчивается, оказывается, на 120 было.
Целиком никто не смотрит, не хватает сил. Так, Таисия пишет. Посмотрим. Так, ну, в общем, Таисия уже не пишет. И свежего пишет. Нет, Таисия пишет. Неудобно, раз пишет, подождем. Бывает, когда я отключаюсь полностью, я отключаю это, то, что называется трансляцию. А здесь люди продолжают общаться еще долго. И еще переписка даже бывает. Но тут уже без меня. Вот, общаются, знакомятся. Ну что, Таисия, мы ждем. Мы ждем. Вот, никого же не держим. Кто-то уже может спать, пойдет. Так, ну, Таисия уже не пишет. Или, возможно, когда мы отключимся, окажется, что письмо все-таки придет. Может, оно длинное. Ну, давайте так, мы уже всех держать не будем. Даже когда я остановлю трансляцию, здесь будет продолжаться диалог уже между собой, так назовем. Вот Викулова Анатолий пишет. Ну, если короткое письмо, я могу дождаться. Сколько ценного из ваших писем извлек? Викулов. Спасибо. Ответ на свои вопросы получил. И вам, Анатолий, спасибо за ваши вопросы. Вот, я как мог старался. Заняли много времени, но я коротко не умею отвечать. И, может быть, когда-то вот то, что я вам отвечал, это такая ересь. Вы понимаете, это такая ересь. Это вот примерно как вот паровые двигатели были, 10% у них ПДД, это самое, КПД, знаете же, в школе проходили. Паровой двигатель. И представляем, что никто бы сейчас не знал, что такое двигатель внутреннего сгорания. Да? Ну, никто бы не знал. Людей на костер сжигали, только потому, что они говорили, земля круглая или земля вертится. И не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца. Людей сжигали на кострах. И вот это всегда так было. Вот обязательно. Именно наука держит. Отстает. Не было нас это, с хвостами на земле. Не было никогда. Ни одного черепа так и не нашли. 30 миллионов лет назад, это буквально вчера было, Земля покрыта панцирем. 2 километра снега. Вся, включая Африку, все. Вот просто ледяной шар, льдом покрыт. Вся. Потом оттаяло. И за 30 миллионов лет вот такая жизнь пошла. От микроба и до этих самых, до китов 30-метровых, и этих ящеров 30-метровых. Так, спасибо за... Я к чему говорю? Потому что надо сейчас быстро науку, хотя бы, чтобы нас догнало. Так хочется. Так, спасибо за вебинар. Викулов. Я сейчас промораживал сеянцы пени. Морозилки, пока они не вошли в пору возмужалости, а ось при циклическом проморозку помещали, преобразуют дополнительную морозостойкость. Оптимизм – это наше все.
Да, именно. Я ничего против не имею. Я так не умею промораживать. Просто не умею. У меня и так проблем не было с этим, с схожестью. Но обязательно при дополнительной проморозке может проснуться такие качества, что вы получите надежное растение, но, возможно, это будет дичок. Понимаете? Вот это всегда надо знать. Вот вы сейчас, я просто, не то, что вам ушат холодной воды, я просто стараюсь быть объективным. Итак, вы провораживаете, вот. Я это проходил с этими с сеянцами, этими шелковицами. И дички вырастил. Пусть специально не промораживал, но выжили из 200-то эти 10 штук. Дошли до плодоношения. Зато дикие. Вот так. Так, ну что. Так что имейте в виду насчет проморозки. Можно и это доморозиться до дикаря. Не, ничего не утверждаю. Я всегда говорю, надо делать яйца в две корзины. Вы поняли, да, Анатолий? Теперь. Ну, наверное, все. Все. Прощаться будем. Так, смотреть в глаза, заказывать черенки будем, ведь выброшу черенков 500-600. Вот. Я уже лишнее сую в каждую посылку. Только бы не выбрасывать. Все равно много сильно. Делал обрезку. Зима особая, теплая. Все живо. Позвонил мне этот Дмитриевич. Говорит, Константинович, поздравляю. Я говорю, всем. В этом году у нас будет урожай абрикосов. Я говорю, что ты взял? Вот. Я воду поставил, они зацвели. Я говорю, я тоже поставил, у меня зацвели. Вот. Только еще никто не отменял этих майских заморозков, когда, я вспомню, на 9 мая. Почти метр снегу, ё. Вот. Рано поздравлял он меня, но все равно приятно. Вот. Почему я так говорю? Потому что где-то мы стараемся жить по Мичурину, мы стараемся как-то использовать, я уж так общими фразами, использовать законы природы, а законы природы, они были заложены в геном всех растений. Я думаю, это зря, я просто себя оборвал. Потому что 30 миллионов лет назад Земля была ледяным панцирем покрыта полностью. Вот. Стоило оттаять, все пошло. Тут же Земля покрылась этими. Ладно, там, откуда взялись киты за 30 миллионов лет, это вообще такая чудесная сказка, что поверишь, что Бог создал Землю. Вот, поневоле поверить, потому что альтернативы нет, это ладно. Человек тоже, как черт с табакерки, да еще без хвоста. Все с хвостами, он без. Вот, это я согласен. Но мы, когда используем возможности дерева, вот так вот, раз, было 30 грамм мичуринский абрикос, стал 100 грамм. А можно сделать так, что он опять станет 30. А, вот у меня проморозка. Прошу прощения, сейчас мне кто-то позвонит сейчас. Вот. Интересная тема. Она бесконечная. Она, знаете как, два дерева, и они разные. 10 деревьев, все разные. Ваулин этот, сам Ваулин, который на тот момент исполнял обязанности директора института, который врать не склонен, который, у него, правда, плохая память, что забыл, кому обязан этим всем. Вот. Но он получил разные результаты. Оставалось это все обосновать. А я говорю, это в геноме лежит дерево. Цвет у него там будет и красный цвет, и рыжий, и оранжевый, и желтый. Вот. Все это будет. Уже есть в этом геноме. Понимаете? Вот это я понял.
В одних случаях будет то, в других то, в третьих то. Ну что, остались косточки маньчжурского абрикоса, сыновей маньчжурского абрикоса. Вот те самые, которые я показывал чудеса. Вот. Но я все еще продать не могу. Вот, раз. Черенки уникальные настолько, что им нет равных на всей планете. Продать не могу. Я просто надеюсь, что если вы сами, не, вам не надо, ну подскажите кому-то, ведь все-таки выбрасывать жалко, страшно. Все, на этом я заканчиваю, друзья. Вот. Мы с Сафроновым тратим время, тратим силы, а заработать ни черта не можем. Да, я жалуюсь вам как друзьям. До свидания, спокойной ночи. Антон Валерьевич, пришлите, пожалуйста, ссылку, я сам не умею. Вот, делать запись я сам не догадываюсь. До свидания. До следующего понедельника.